Интернациональная команда. Слева спортсмен из Италии. Два Россельмаш. Красненький. Опять Италия. Это компания Лаверда из Бриганзы. Три желтых — это челленджеры американские. И зеленый — это немецкий комбайн. Урожайность у нас все-таки выросла по сравнению с прошлым годом. У нас в прошлом году было 38 и выше, среднее. Сейчас идет 45. Это хорошая урожайность. Но это наши мозги плюс подготовка. Но можно еще лучше, и нужно. Те хозяйства, которые внедряют технологии, вот видите, какая армада комбайнов, не отстают на сегодняшний день. Сегодня урожайность у нас повыше, чем в прошлом году. Прошлый год был такой, 23 с небольшим центнером с гектара был, это высокое, не было такого с советских времен, как говорится, за всю историю. Ну, в этом году, если все повезет, может быть, и будет выше. Мы до сих пор некоторые запчасти импортные, американские, канадские, мы их не получили. Самолеты не летают, сообщение закрыто. Приходилось как-то выкручиваться.